В администрации района накануне прошли празднования в честь Дня матери. В этот особенный день музыкальное поздравление для мам подготовили воспитанники детских садов и творческие коллективы района. Со сцены прозвучало множество самых добрых и искренних пожеланий. Поистине судьба нации, страны, общества и мира в целом находится в руках матери. Пророческие слова «Дайте нам лучших матерей, и мы будем лучшими людьми в мире». Женщина-мать имеет огромное значение для всего общества. Ведь молоком матери мы впитываем любовь к родной земле, к языку, к культуре. Сохранять статус семьи и воспитывать достойных граждан нашей страны – нелегкий труд. Самым образцовым мамам района на мероприятии были вручены благодарственные письма. Совсем недавно две многодетные жительницы района стали обладательницами республиканской награды – медали материнской славы. На празднике они получили на память фотографии с этого события. Быть хорошей мамой и одновременно находить время для общественной и творческой деятельности – самое сложное для родителей. Женщинам, которым много лет благополучно удавалось совмещать материнство с работой на благо района, также были вручены благодарственные письма и сувениры. Представители общественной организации «Агнай» поздравили будущих мам, пришедших на праздник. Пожелали им мудрости и терпения и подарили талисманы сердца, как символ безграничной материнской любви.